Здравствуйте, мои дорогие, меня зовут Илона, добро пожаловать на мой канал. Приготовила на днях макароны по-флотски, получилось очень-очень вкусно, хотела с вами поделиться рецептом. Я уверена, что многие готовят, хотела рассказать, как это делаю я. В данном случае я использовала вермишель, вы можете использовать макароны любые. Отвариваете в горячей воде, согласно инструкции. Тем временем разогреваете на сковороде растительное масло. Используем одну луковицу, нарезаем мелко или средне, как вам больше нравится, и поджариваем. Количество ингредиентов я размещу под этим видео в описании. Наша вермишель готова. Фарш использую из индюшачий. На мой взгляд, он более легкий, приятный, диетический. Вы можете использовать мясной фарш, куриный, какой вам больше нравится. К поджаренному луку добавляю фарш, варю минут 10-15, затем добавляю воду, периодически помешивая, варю еще минут 5, то есть всего минут 20 варится у меня, поджаривается мясо. Добавляю соль, перец, размешиваю еще раз, еще несколько минут поджариваю. После этого добавляю отваренную вермишель или отваренные макароны. Вот так легко и просто. Надеюсь, вам понравился рецепт. Я вам желаю всего наилучшего. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. У меня много очень интересных видео. С вами была Илона. Пока, до новых встреч.